Состоялось первое заседание нового состава комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты городского округа Люберцы. В рамках совещания были рассмотрены важные вопросы о планах, событиях, мероприятиях на второе полугодие текущего года. Основным докладчиком на заседании выступила председатель комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты городского округа Люберцы Екатерина Дегтярева. Первым делом председатель поблагодарила присутствующих за оказанное доверие, а также отметила плодотворную совместную работу в предыдущие годы. Действительно, с вами вместе несколько лет рука об руку шли, работали и выполнили. Что-то выполнили, что-то не выполнили, но выполнили тоже много задач. И, скажем так, наш опыт и информационного обеспечения, и в рамках проведения мероприятий по городскому округу Люберцы, он сейчас популяризируется по Московской области и по многим другим регионам Российской Федерации. После председатель комиссии предоставила слово каждому принимавшему участие на совещании. Вы выскажете конкретные даты или месяца, когда вы хотите что-то провести. Мы это все зафиксируем, чтобы у нас была полная картинка всех происходящих, потому что что-то может перейти. 9 сентября будем участвовать в акции «Нашли спасали дерево». Да, это 16 сентября город. Будем участвовать в праздновании городского округа. В этом году сажали 103 дерева. Мы их каждую неделю, каждый месяц собираемся, их убираем, чистим, поливаем. То есть мы там вокруг есть сцена, где мы хотим там небольшой концерт организовать. И пожертвование начнет, мы будем готовить и раздавать всем подряд. Так, это будет праздник день. Золотой осени, да. Который планируется с середины октября. Середина октября, да, у нас планируется. 21 у нас начинается Рош Ашана, это Новый год. 21 августа? 21 сентября. Сентября. Угу. Вот. Угу. А длится долго? Сейчас скажу. Рош Ашана один день идет. Один день? 21-22. 21 канун, 22 до вечера, то есть сутки идет. Также члены комиссии обсудили кандидатов, защищавших от каждой автономии проект на премию губернатора «Наше Подмосковье». 5 человек, которые именно пошли как... 5 человек? От нашей автономии 5. Еще от вашей автономии 5? Нет, общей сложности 5. Общей сложности, да, 5 от нас. 5 от вас. 3 команды, а 2 да. Так вот. По итогам заседания были выдвинуты на рассмотрение кандидатуры, которые не вошли в состав Общественной палаты. Однако большинством голосов утверждены консультантами-экспертами комиссии по межнациональным отношениям. Также в состав постоянных помощников вошли все председатели, старейшины и активисты национально-культурных автономий округа. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.